Жития святых святителя Дмитрия Рустовского. Месяц июний. День шестий. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Сие чтение LibriVox – достояние всеобщее. А ще хочете более научити или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день память преподобного отца нашего Илариона Нового, далматские обители игумена и исповедника. Иларион Блаженний, сын бяше Петра Каппадочанина, и же подаяше хлеба и на трапези царствий, матери же Теодосии, обоих благочестивых и боголюбезних, в юности научен добре свещеним писанием. 20 лет бы в устави по евангельскому словеси отца, и матерь, и дом, и богатство, и бъйст монах в обители Исихиевой близ Византии. Та же в обитель Далматскую прииде и прия там ангелски святый образ великий. И бъйст ученик святаго Григория Декаполита в то время там уж дежительствовавши го. И пребываше в послушании и молчании и смирении мнозем. Имееше же работу во Вертограде монастирстем и труди се в том послушании 10 лет, тщаше се же житием своим подражати единоименному себе преподобному древнему Илариону Великому, Его же добродетельное и богоугодное житие часто прочитывая, подобеше се тому, или кумужаше в пущениях и во всенощних молитвах, и во всех иноческих подвизях, че со ради и новым Иларионом наречен бъйст. Просветив же душу свою, яко же солнце, прият от Бога власть над духи нечистыми, еже изгонити их. Игумен же обители тоя свещеником постави его и нехотяща, отшечу уже оттуда святому Григорию Декаполиту во иные места. По неколиких жилетех, умершу игумену, уведав преподобни Иларион, яко хотят братья поставить его себе игуменом, утаи се всехи за единощию из обители, и пойде в Византию, и ще учителя своего Григория святаго, там обо надееше се обрести его. Но той в Рим отплый, а оттуда возвратив се, сели се в гору Олимпийскую. Иларион обо в Византии в некою обитель в Ниде, монаси же обители далматски уведавши у ним, послаша к святейшему патриарху Никифору молящи, дащи не хотяща поставите го им игуменом. Патриарх же возвести и царю, и пославши приведоше к себе Илариона и увещаше его прияти игуменство далматского монастыря. Он же царсти и патриарши и воли противите се не моги, повинесе тех веленю и прия власть игуменскую, и посев верение себе словесни овцы и добре 8 лет. Посем прия скиптри греческого царства с вероименити им учитель Лев Арменин, и на час му щати церков Христову ересию иконоборную, и многих к своему еретическому единомыслию принуждаше. Неповинующие си же ему, ово я мучеше, и ние же вдалечайше отгоняше страны. В то время его повелениями преподобни Иларион от обители Далматския в царское приведен и кересин один бяше. Но добрый Христов воин никак уже повине си мучителю, паче же и обличи его дерзновенно, безбожно на реки нового преступника и подвижето го на гнев вели. Многи оборани и различни муки злочестивий цар нанесе на блаженного и в темнице затвори его. По времени же паки представив того и много изтезав, и ничтоже успев, предаде его единомысленному своему патриарху, именем Теодоту, прозванием Каситеру, и же по изгнанном за благочестие святейшем Никифоре престол прият. Той Теодот лже патриарх преподобному Илариону тожде сотвори еже и царь, во мрачные темницы затвори святаго, и многие дни томляше того гладом и жаждею, ни хлеба, ни воды дать ему повелев. Монаси же монастыря его приидоше к царю с молением глаголюще, «Дашь нам пастыря нашего, о царю, мы же обещаемся тебе твоей повинути се воле». Цар же порадува се обещанию их и с отчитанием даде им отца их. Святый же в обитель пришед да припроводи лето и мало покоя по страданиях и гладе прием, пак и на страдания обрати ся. Цар бо ожидая и обещания, разумев, яко поруга нест от монахов, посла вои своя на обитель тую, и озлоби монахи, а преподобно го привед, съди в темницу. Та же посла его в обитель Фанеову, и там в тесни темници затворите его повеле.
Страдаше же святый в узилище том 6 месяцей, много и озлобление и досада и приемли от жестокого игумена убители туя. Таже пак и царским повелением оттуда изведен и в царьград приведен, ово ласканиями, ово прещениями убеждаемый бисто царя, да киконоборни и ереси пристанет. И яко не послушай го Христов страдалец, воино убитель нарицаемую Кикловееву царь послай го, и прибыст в ней 2 лета и 6 месяцей, в мерской темнице держимый и озлобляемый. Оттуда пак и к царю приведен и вельми биен, в Протильский град заточен бисти. Таже злочестивий той цар погубив и многих, погибе и сам люте. От своих бо воинов мечми сечен бист в церкви на том месте, и деже святую икону Христову перви обругав не зложи, и изверже зле душу свою окаянный. Прием же царство Михаил Травлый, повеле всех правоверних от уси заточени и свободни сотворити. Тогда и преподобни Иларион отпущен бив, не иде в свою обитель, понеже еще не престала иконоборная ерес, еретичествующи и лжепастири и лжеучители архиерейския содержаху престолы. Но прибисто некия верни и благочестивие жены, яже ему в своем стяжании даде место безмолвное, и келью устрои с вертоградом, и всеми потребными служащи ему Бога ради. В то время преподобний Теодор Студийский, так уж де многое злая от еретиков за правоверие пострадавый, от заточения возвратився, ко Господу отиде, и Гоже святую душу ангела и к небеси возносиму и види Иларион преподобний, як уже о том в житии Теодоровом пишется. В той будень, вон же святый Теодор Студийский представися, блаженний Иларион ходя в вертограде своими делая и поя псалмы Давидови, слыша некие причудние гласы и неизреченные обуня благоухание. Чудящеся же и стояще рассмотряя, откуда суть сия, возрев же на воздух в высоту, видя множество чинов небесных в белых ризах, светлыми лицами сияющих, и грядущих с небесе с песни в сретение некоему лицу честному. Сия видя Филарион блаженни, паде на землю с ужасу многим, и слыша некое го глаголюще ему. Се душа Теодора, игумена Студийского монастыря, и же за святые иконы и пострада до крови, и до конца претерпев скорбих, нейне же успе и торжествуя горе восходит, сретающим ю небесним силам. Такова го видение пречудно го преподобни Иларион сподобився, исполни се при многие отехи и сладост духовную вели опря в сердце своем. И многие дни прибыст веселя се духом, и сияше лице его от радости, яко же ангелово. Прибыст же преподобни у жены тоя 7 лет и вящче. Егда же по Михаиле Травлом настана царство сын его Теофил, и вся исповедники собрав на чай их паки, як уже и прежние злочестивые цари, принуждати к иконоборству, не повинующиеся же ему мучити, тогда и преподобний Иларион взят и приведен бист к царю. И нудими и не повинеся царскому велению, паче же и обличито го яко злочестиво и законопреступника, правия догмата и вери разоряюща. И того ради 170 ран по плещам прия, и во Афусийский остров заточен бист. Имееше же там сию отраду, яко не в темнице, ни в узах държим и бе. Создав обо себе келю, вельми мало, прибист в ней даже до кончини Теофиловой. Умерше же тому, царица Теодора всех изповедников от изгнаний, собравши в царствующий град, правоверие укрепи и святые икони в храмы Божие внесе. Тогда и преподобний Иларион отпущен бив, восприя свою далматскую обитель блистая чудесы. И пожив 3 лета, и ученики своя богоугодно управив, ко Господу отиде. Его же честная и святая душа так ужде, як уже и виденна и от него Теодорова, ангелами в небесна и отнесеся, и в лице святых исповедников предста престолу славы, Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога, и муже слава во веки. Амин. Конец жития преподобного отца нашего Илариона Новаго.